Сегодня День Победы. Вот несколько слов, что для вас тут праздник и чего бы вы хотели пожелать людям, жителям и ветеранам? Конечно же, мира, ветеранам здоровья, ну, радостных дней побольше. Ну, а самый лучший праздник, я считаю. Там Новый год, день рождения, это все мелочь по сравнению с этим праздником. Ну, конечно, здоровье, счастье, чтобы больше не повторялась война, чтобы было все отлично. Вот, что пожелать. И, конечно, я рада, то, что еще они живы, что побольше им здоровья нашим ветеранам. Пусть у них будет все хорошо. Самое главное сейчас, это чтобы ветераны, конечно, подольше пожили. Вот, создавать память о прошедшем. Вот, и чтобы не было такого настоящего и будущего. Вот, и чтобы, как сказать, народ помнил это все и не совершал таких ошибок, которые позволили быть такому действию, да, ну, в данном случае войне. Мирного неба в первую очередь, это самое первое, здоровье, счастье, чтобы близкие всегда были здоровы. Ну, что еще нужно для счастья? А что для вас тут праздник? Почему вы вышли сегодня на улицу? Почему вышла? Ну, во-первых, потому что, наверное, один из самых таких важных праздников. У меня в семье дед за Москву воевал, погиб. Вот. И из 400 захороненных в братской могиле он, к счастью, был найден с именем, с медальончиком. Вчера был утренник у ребенка, не смогла сдержать слез. Дети выступали очень искренне, откровенно и воспринимаются. Победа, она тяжело далась россиянам, ветеранам нашим. Низкий поклон за то, что мы живем в наше время сейчас. Все у нас хорошо. Хотелось бы, чтобы нынешнее поколение, дети понимали, сколько трудов, усилий и сколько жизней ушло, чтобы мы жили в такое время, в мирное. Что для вас этот день? Ну, память о прошлом, во-первых. Ну, во-вторых, мой прадед воевал на фронте, получается, работал на тепловозе, возил бойцов в тыл и на линию фронта. Ну, память о нем, вспомнить о былых подвигах, героях. В первую очередь, нам как-то объединяться всем, быть вместе, чтобы жить одной общей семьей, городу. Чтобы город стал лучше, краше. Гордость, да, за наших дедов, за наших матерей. Тех, кто защищал. Дедушек, бабушек. Вот сегодня по Уфу пойдем. Это мой дедушка, летчик. Еще испытатель, летчик. Это его брат. Тоже воевали. Очень гордимся. Так, гордость. То, что выиграли, победили эту войну страшную. Дал, чтобы больше. Мирное небо над головой. Что бы пожелали жителям Сергиева Посада и ветеранам вот в этот день? Ветеранам здоровья. С каждым годом все меньше их. Счастья, здоровья. Самое главное – здоровье. Еще пожить, увидеть правнуков своих. Может, про правнуков даже успею, дай бог. А жителям города не забывать этот праздник, не забывать ветеранов, помнить это, чтить. И благодарность всем ветеранам.